Всем привет, с вами Сумрак из клана Краматорск. И сейчас я хочу для своих сокланов рассказать, как можно на ночь спрятать некое количество ресурсов, дабы вас их не утянули. Возможно, уже этот способ знают многие, но я считаю, что это будет не лишним рассказать еще раз. Для того, чтобы спрятать часть эликсира и часть дарк эликсира, нужны полные лагеря, чтобы было написано переполнено. И затем в каждом лагере строите самое дорогое, то что у вас есть. Вот у меня 482 тысячи, да? Загоняем дракончиков. Можем магами, можем бомбером, там, запихуем всем. Забито было наглухо. Тем самым прячем эликсир. О, вообще запрятали, абсолютно полностью. Тем самым и черный. Какие у вас есть самые дорогие войска, запихивайте ними. Запихивайте до максимума. Дарк. Пожалуйста. Эликсир абсолютно 400 тысяч мы смогли спрятать. Утром, просто проснувшись, все отменяем. Войска у вас не вылезут в лагеря, так как лагеря полные останутся и до утра. Пожалуйста, почти 500 000 эликсира можно спрятать черного. Значит, давайте посчитаем, сколько я смог спрятать. 2700 будем считать, да? 2700. 22 700. 2000 черного я спрятал. Рекомендую. Всем удачи, всем пока.